Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Мурана 2010 года выпуска. Пробег на автомобиле 112 тысяч километров. На этом автомобиле я сегодня заменю дворники. Делаю я ежегодно. В этот раз решил просто показать на своем примере, как это делается. Бывает, у людей возникают трудности. Многие скажут, ничего в этом сложного нет. Да, действительно, ничего нету. Но, скажем так, облегчим труд людям. Чтобы лишний раз не заезжать на станцию, можно сделать все самостоятельно. Взял я дворники фирмы Денса. Один дворник идет DOR 065, второй идет DU 040L. Почему разные? Возникнет вопрос. Сам удивляюсь, заказывал одинаковые. Разная маркировка, а дворники сами по себе. Здесь с адаптером есть, с дополнительным. На этом адаптера дополнительного нету. Закрывашки одинаковые и направление одинаковое. Здесь немножко другого исполнения дворники стояли. Поднимаем его, и вот под пальцем вот я нажимаю на фиксатор. Вот фиксатор. Здесь на дворнике поднимаю фиксирующую собачку, завожу дворник, защелкиваю его и фиксирую собачку. Здесь принцип такой же. Нажимаем снизу фиксатор и снимаем дворник. Поднимаем фиксирующую собачку. Заводим дворник, защелкиваем и закрываем фиксатор. Ну а теперь можно будет посмотреть изнутри, как остались следы от старого дворника и как протирает новый. Скрипов
дворника нет, старый уже давал немножко скрипы. И разводов не остается. На этом все. Замену дворников мы закончили. Всего вам доброго.